Отож, до нашого ефіру приєдналася Анна Муначин, міська лікарка-алерголог. Доброго ранку. Доброго. Отож, вимушені, просто змушені були вас запросити до нашого ефіру, тому що дуже багато і наших телеглядачів, і телеглядачів у Фейсбуці пишуть, що просто неможливо знаходитися в місті, тому що так аж як сніг травневий можемо побачити, і це викликає алергію. Давайте прокоментуємо і про це поговоримо. Вам слово. К сожалению, с годами и с каждым годом аллергических реакций и процент заболеваемости сезонной аллергии растет. И если раньше позже начинались проявления аллергической реакции, то сейчас можно отметить, что это уже ранняя весна, начиная с цветения березы, тополей, платана, которые сейчас актуальны, да, проявления аллергии, и заканчивается этот весь сезон уже брать, если сентябрь, октябрь месяц. К сожалению, он удлиняется, этот период цветения трав. Если весной взять, это больше деревья цветут. Если летом взять луговые травы, к концу лета присоединяются сорные травы, и пик сезонности цветения у нас приходится все-таки на август, сентябрь месяц. Это амброзия. К сожалению, наш регион, он довольно-таки большой процент имеет аллергических реакций на амброзию, так как ее очень много, она заполонила город, пригородские части. Ну, если брать наш регион, то можно отметить и цветение летних трав, это подсолнух. Да, даже на, если на него взять, можно да, быть, конечно, да? Конечно. И ведь не обязательно находиться в пике цветения подсолнуха, ведь это шпыльца, пыльца, да, которая да. может разноситься на десятки километров, и мы ж все-таки это можем. От, як тоді бути? В мене є знакома, яка от на ці періоди 4 місяці виїжджає з міста, тому що просто не може знаходитися. Але ж це не вихід, не кожен так може зробити. Отож, тополиний пух, він сам по собі викликає алергію? Оце, що зараз літає, чи ні? От як це відбувається, що от такий... Вообще, если взять, в общем, оценить аллергический ответ организма нашего, да, говорить о сенсибилизации организма к аллергии, то при встрече с... Да, действительно, в воздухе летает пыльца, которая, попадая в организм человека, вызывает сенсибилизацию. Что такое сенсибилизация? Сенсибилизация – это встреча, ознакомление, можно так сказать, нашей иммунной системы с аллергеном. При контакте с аллергеном организм, наша иммунная система вырабатывает определенные антитела, и потом при повторном контакте с этим аллергеном получается как ответ нашего иммунитета в виде аллергической реакции, в виде проявлений конъюнктивита аллергического. Так, просто симптомы уже далее говорим, да? То есть, если говорить о пыльце, да, это пыльца. То есть это контакт с пыльцой. Контакт первоначально у нас идет на слизистых оболочках носа, глаз. Также эта пыльца может оседать на волосах. Ведь чего всегда мы рекомендуем нашим пациентам при контакте с аллергенами или же если при прогулке в более ветреную погоду, если пациенты знают, что они склонны к реакции ответной на этот аллерген, мы всегда рекомендуем промыть слизистые носа, снять эту одежду, а если вы выходите, то ходить в одежде с длинным рукавом, чтобы менее контактировать с аллергеном. А чему возникает аллергия? От, знаєте, у мене дійсно теж є знайомі, які їм по 30 років, 20 років ніколи не було алергії. Минулого року, цього року вони просто, це неможливо. Сльози, нежить і так далі. Чому це виникає? Ну, тут можна все-таки смотреть з двох сторон на цю проблему. Перша проблема і львина частина проблеми – це все-таки наслідственність. Так. Якщо брати наслідственність, то процентів, если в семье хотя бы один родитель имеет аллергию, это, конечно, процент будет меньше наследования аллергической реакции. Если оба родителя имеют склонность к аллергическим проявлениям, будь то дерматит, будь то проявление респираторного характера,
все равно процент этот будет выше наследования аллергии у ребенка в дальнейшем, вплоть до 60-70% наследования аллергии. Есть, конечно, приобретенные аллергические реакции. Ведь если посмотреть нашу внешнюю среду, загрязненность нашей внешней среды, то, как мы живем, насколько мы широко пользуемся бытовой химией, ее раньше не было так много и такой повсюду химии. Практически, да, конечно. Да. То тут можно и о приобретенных реакциях тоже говорить. Организм все равно реагирует на эти все факторы. Mm-hmm. И потом в дальнейшем становится более чувствителен к восприятию того или иного аллергена. Тому вже потім на цвітіння ми будемо мати ті реакції, які, да? І ще раз, які симптоми, з чим можна спутати алергію? Ну, перепутать проявление аллергической реакции тяжело. В основном нужно смотреть, прослеживать сезонность. И если это повторяется из года в год в один и тот же период, и симптомы те же повторяются, либо же даже, может быть, с нарастанием uh-huh. симптомов, то уже нужно задуматься о том, что это все-таки проявление аллергического характера. В проявлениях аллергических при контакте с цветением, пыльцой и так далее, мы можем говорить о слезотечении, отечности век, покраснение глаз, отечности носа, может быть, ощущение щекотания в районе mm-hmm. глотки, кашель, вплоть до развития бронхиальной астмы в дальнейшем. То есть это говорит уже об аллергическом марше, то есть начальные проявления, ну и нарастание симптоматики. Як лікувати, як зупиняти ці симптоми, і що робити, якщо вже почалася алергія? Если говорить о сезоне, если уже пациент вошел в сезон и уже произошел контакт с аллергеном, и, ну, это все равно идут определенные препараты, которые облегчают качество так. жизни пациента, снимают эти симптомы. Но мы все равно пациентам рекомендуем в неострый период, не сезон цветения, обращаться к врачу более зимний период для специфической аллергодиагностики, угу. для проведения специфических аллергопроб, для все-таки выявления этого аллергена и назначение более детальной, точечной, базисной терапии. Ведь в наше время очень много способов не только снятия симптомов аллергии, но и базисной терапии, которая называется аллерген-специфическая вакцинация. То есть это, вкратце, если сказать, это введение аллергена в сверхмалых дозах. Пациенты получают эту терапию в течение нескольких лет, 2-3 лет, для того, чтобы все-таки заблокировать ответ организма на аллерген и выработать длительную ремиссию. Не контактировать. Це можна будь-кому пройти зробити таке а-ля вакцинування чи ні? То по бажанню, чи якщо у вас вже були перші симптоми есть определенно, аллергии? Нет, есть определенные показания к проведению аллерген-специфической аллергодиагностики. Для этого пациент проходит детальное обследование. Будь-якому не потрібно цього робити. Если только ну, есть... щоб не застрахуватися. Нет, этого не так? нужно не делать. То есть есть определенные четкие показания для проведения этой терапии. И только тем пациентам, которые нуждаются в этом. Если говорить о профилактике аллергии, да, то это просто нужно проводить ряд мероприятий, которые не позволят развиться у человека аллергии. Например, ну, нужно начать с быта. Где мы живем, то есть чистый дом, да, вот если говорить о том, там, спим в какой постели мы, да, это должна быть гипоаллергенная подушка, например, то есть не пух, не перо, потому что в этих подушках могут быть клещи домашней пыли и так далее. Не должно быть синтетических никаких тканей в быту, минимизировать ковровые покрытия, чтобы тоже минимизировать пыль в быту. Желательно не заводить домашних животных. Шерсть домашних животных – это тоже один из видов аллергии, который тоже довольно-таки львиную долю занимает. Бытовая химия та же, о которой мы говорили. Что-то по бытовой химии. У нас есть запитання від телеглядачів. Хочу вас запитати. Ви кажете, чистий будинок, що все було чисте. Якщо ми перемо різноманітними кондиціонерами з ароматами нашу постіль, освіжувачами повітря, оприскуємо свої будівлі для того, щоб це було чисто, і це ж продають. Значить, це корисно чи ні? От прокоментуйте.
консультуетесь? Нужно дифференцировать. Если человек все-таки аллергонасторожен, он склонен к аллергии, то в быту, наоборот, излишние ароматы, они будут усугублять течение аллергии. То есть это будет все-таки действовать на рецепторы, и будет усугубление течения восприятия и общей аллергии. Если мы говорим о все-таки профилактике аллергических реакций, то лучше этого избегать. Не перебільшувати з цим. Ну, да? Дуже швидко до часу ще про амброзію хотіли поговорити з вами, тому що це теж така пікова ситуація в нашому місті. Отож, прокоментуйте, як нам бути з амброзією. По поводу амброзії, сезон цвітіння амброзії починається десь з середини іюля, і от з кожним годом він утлиняється, цей період. Якщо раніше можна було задіти сентябрь, зараз і октябрь ми задіваємо. Основной, конечно, пик приходится на август месяц цветения. Мы рекомендуем пациентам, которые имеют возможность и которые имеют реакцию на цветение этого растения, все-таки планировать свой отпуск, отдых и выезжать с Николаева в более горные районы, где ее меньше. Ну, если такой возможности нет, пациенты принимают терапию на сезон цветения. И плюс а то, о чем я говорила, проходят вне сезон диагностику, обследование и получают специфическую терапию для того, чтобы в сезон не реагировать. Конечно, мы стараемся объяснить, как себя вести в сезон, как профилактику проводить. То, что говорила, и промывание слизистых, и одежда, и волосы, то, что все реагирует. И получают препараты, которые облегчают состояние. Да, давайте еще про поради. На останок нашей розмови, все-таки до нашего пуху повертаемся. Він ще в місті є. Якщо трапилися симптоми на вулиці, там нежить чи що таке, треба відходити подалі чи що робити? І які заходи треба робити, коли повертаємося додому? Когда, да, желательно уйти, не находиться в очаге аллергии. Когда вы возвращаетесь домой, нужно снять с себя всю эту одежду, принять душ, смыть с волос аллерген, пыльцу, да, смыть, промыть слизистые оболочки, выпить антигистаминный препарат. Если симптоматика уходит и пациенту становится легче, то, в принципе, потом спланировать визит к доктору и решить эту проблему, доктор посоветует. Если же симптоматика не уходит и пациент себя плохо чувствует, то откладывать визит не стоит, нужно идти в ближайшее время и решать этот вопрос. Зрозуміло. Дякуємо вам. Анна Монашин, міська лікарка-алерголог, була у нас в гостях.